ноутбук Lenovo, модель 20081. Процессор двухъядерный AMD E300 со встроенной графикой 1,3 ГГц. Оперативная память 4 ГБ, жесткий диск 500 ГБ. Установлен Windows 7 32 разряда, версия профессионал. Видео снимается 11 ноября. Так, стоит семерка, процессор AMD E300, якобы активированная. Четыре памяти. Видео AMD Radeon HD 6310M. Жесткий диск ST95-2000-423AS. Звуковуха Kinexant Smart Audio. Сетевая, Wi-Fi. И камера Lenovo. Диск разделен на два. Система стоит 272 диск. И второй диск. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.